Спустя 4 года после учреждения Крымская пожарная охрана – серьезная структура. Она обеспечивает безопасность жителей республики благодаря работе 27 подразделений. Каждая из них отвечает за населенные пункты в радиусе 15 километров. В общей сложности это около 250 поселков и сел. Однако руководство ведомства понимает, что этого все еще недостаточно. В некоторых районах пожарных частей не хватает. Стараются открывать новые. Этот вопрос все время развивается. Практически больше, меньше частей открывается. Ну, вот каждый год мы делаем шаг вперед. В прошлом году открыта новая пожарная часть. Это село Красногвардейское Советского района. Это вот буквально в декабре, месяц назад, мы открыли вот новую часть. Всего к 2025 году пожарная охрана Крыма планирует открыть более сотни новых подразделений. Они должны разгрузить уже существующие части, а также обеспечить более высокий уровень безопасности населения, ведь срок прибытия пожарного расчета станет меньше. Кроме того, это позволит увеличить эффективность работы в условиях труднодоступной местности. Ведь в таких случаях приходится собирать сводный отряд. Чем больше частей, тем проще это сделать. В прошлом году был Учкош, это над Ялтой, тоже в труднодоступной местности. Пожар осложняется тем, что применить технику не всегда удается, учитывая рельеф местности, горный характер лесных насаждений. И получается, что затяжные, трудоемкие процессы практически, тогда мы в этих случаях собираем. Это же не одна часть. К счастью, проблема труднодоступности постепенно решается. Каждый год у крымских пожарных появляется новая техника, которая позволяет справляться с возгораниями практически в любых условиях. Кроме того, руководство ведомства делает ставку на самых квалифицированных сотрудников. Они постоянно повышают свое мастерство ради безопасности населения. Никита Егоров, служба новостей ИТВ.